Какой должна быть детская мебель, чтобы ваш ребенок был здоров и счастлив? Вот три важных составляющих удачной детской мебели. Первое – экологичность. Здоровье ребенка на первом месте, поэтому к материалу, из которого сделана мебель, особые требования. Второе – прочность и долговечность. Это важно, поскольку ваш маленький исследователь будет испытывать мебель по полной. И третье – индивидуальность. Мебель должна нравиться и ребенку, и родителям. А это залог полноценного развития и счастливого детства. Не секрет, что многие современные материалы, применяемые в производстве мебели, выделяют вредные испарения. Хотя эти показатели не опасны для здоровья человека. В отдельных случаях неприятный запах от такой мебели может оставаться в квартире до полугода. Этого недостатка начисто лишена мебель из натуральной березовой фанеры. На сегодняшний день это самый экологически чистый материал для производства детской мебели. Когда речь идет о мебели для детской, вопрос о ее надежности играет немаловажную роль. Прочность элементов и их крепление у мебели из березовой фанеры значительно выше, чем у аналогов, изготовленных из МДФ и ДСП. А срок службы такой мебели при активной ее эксплуатации в 5 раз выше. Зная вкусы и предпочтения вашего ребенка, можно и даже нужно сделать мебель по индивидуальному проекту. Это довольно просто. Мастер при вас делает набросок будущей детской. Затем в мастерской с помощью компьютера изготавливается точный проект, куда можно внести необходимые дополнения и увидеть на экране будущий результат. Срок изготовления мебели занимает от 1 месяца. Большая часть мебели изготавливается вручную. На всю мебель ставится фирменное клеймо. Увидеть готовые образцы можно на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Там же можно почерпнуть вдохновение для вашей детской или придумать что-то оригинальное. Остальное – дело рук наших мастеров.